в Ильяре. Чем больше меня недооценивают глупцы, тем лучше. Я. Рыцарь, взгляните на это. Вот. Как раз идет погрузка. Мы не можем позволить им вывести эту мерзость. Скорей! Выход в той стороне. Я думал, в компании больше платят и меньше риска, чем в армии. Все не так. Ну, то есть платят, правда, лучше. Но уж очень неспокойно. Дэви, ты будешь охранять наш путь к отступлению. Рани, я пойду с тобой. Мой долг защищать Дэви, тебя. Дэви, это приказ. Это почему? Потому что мы делаем то, чего не могут другие. Так что не по закону. Ну да. Наверное. Все сюда. Через корабль мы сможем пробраться на главный склад. Я подниму платформу, а вы покараулите. Все, выше не поднять. Подсадите. Я посмотрю, что там. Очень много охраны. Действуем тихо. Не расслабляться. Если обнаружат бунтовщиков, наша задача их убрать. Есть, сэр. Жду с нетерпением. Скорее. Что? Тут чужаки! Предупредите охрану Гастингса! Эти суки уже здесь! Уводите его, светлость! У одного из них дискомет. Thank you.
Сотрудник компании убит! На палубе никого. Идемте. Я согласна. Думаю, можно пробраться под палубой. Нам пора вниз. В любой миг может прийти подкрепление. Я тяну за этот рычаг, вы за тот. Готовы? Идемте. Поднимаются на борт. Готовьтесь. Придется пробиваться.
Оттуда бежит охрана! Перезаряжаю! Цель поражена! Неплохой выбор оружия. Это как раз не странно. Компания поставляет оружие всему миру. Вам не кажется странным, что охрана порта вооружена до зубов новой техникой? К чему ваши домыслы? Ищем то, зачем мы пришли. Не так ли? Сюда! Я дам знак. Прикрывайте меня. Никого. Это дурной знак. Тактическое отступление. Значит, скоро вернутся. У нас мало времени. Ну, доказательства. Как скажете. Что дальше? Осмотрите груз. Ищите любые отметки на ящиках. Нам нужны ящики с маркировкой компании. Она должна быть сбоку. Ищите маркировку. Красный штемпель. Без маркировки. Нужен такой, до которого можно добраться. Вот, видимо, это мы ищем. Помогите спустить. Лом. Смотрите, рыцарь. Вот зло, с которым мы сражаемся. Вампиры. Не верю. Как? Полукровки укрепляют позиции. Благодаря защите ликантропов в ваших краях, Гастингс и его вампиры сеют болезнь по всей... Лорд Гастингс не может быть с ними. Многие в районе Уайтчепел видели, как ваш лорд бродит по ночам, выслеживая падших женщин. Джек-потрошитель. Так его называют. А как, по-вашему, убийце удается так долго избегать сетей комиссара Дойля? Уайтчепел попросту стал их кормушкой. И сколько тут этих тварей? На целый город хватит. Боже правый. Надо уничтожить этот груз.
Сюда. Тут есть горючее. Я подожгу. Готовьте следующий. Это готово. Готово. Сюда. Помогите мне залезть. Так. Сейчас найду, как вам подняться. Тут есть лестница. Еще канистра с горючим. Этот можно поджигать. Перейдем к остальным. Хорошо. Они спалят, черт. Бегите, займитесь остатками груза. Я задержу их. Не могу высунуться! Оставайтесь в укрытии!
пока я поджигаю ящики. Время уходит. Вот и последний. Заперто. Ликандра! Второй готов. Смотрите, тут есть дверь. Рани, ты там? Дэви, я рада тебя слышать. Рани, ты цела? Да, пока да, но быстрее, надо выбить дверь. Сейчас, сейчас. Ха.